Как обмануть соперника и нанести победный удар? Секретами успеха с первоурайцами поделился чемпион России, призер Европы по кикбоксингу Василий Семенов. Тренировка прошла в формате подготовки к профессиональному бою. Подробности у Елены Пряхиной. Сбросили левый боковой, правый бэкфист. Такие приемы для большинства первоуральских кикбоксеров в новинку. Бэкфисты, удары рукой при повороте и удары коленями здесь тренируют редко. Но сегодня особенная тренировка. Юные бойцы изучают технику раздела K1. Это один из разделов кикбоксинга, наиболее жесткий, наиболее такой травмоопасный. В основном для молодежи фуловая работа. Фулл контакт с лоу-киком. Вот, и у нас все результаты практически в этом разделе. Провести тренировку для первоуральцев сегодня приехал чемпион России, призер Европы и профессиональный кикбоксер Василий Семенов. В прошлом году спортсмен выиграл бои с соперниками из США, Румынии и Бразилии. Формат тренировки для первоуральцев выбрал усиленный, как при подготовке к профессиональному бою. Здесь изюминка в том, что ребята по любителям выступают, с профессиональным видом спорта мало знакомы. Я хочу именно такую профессиональную тренировку провести, как сам готовлюсь к боям, как сам вижу это все. В Первоуральск Василия пригласили активисты общественной организации «Первоуральск – город чемпионов», созданной при поддержке группы ЧТПЗ. Компания много лет поддерживает развитие детско-юношеского и профессионального спорта в Первоуральске. Общественники считают, что занятия с профессионалами дают больше мотивации начинающим спортсменам. Живой пример, живой чемпион, он дает больше эмоций, наверное, больше какого-то внутреннего стимула. Ну и, конечно же, после этих тренировок охота с каждым разом все больше и больше тренироваться и достигать все больше весов. Максим Щербенев рассказывает, тренировку с профессиональным бойцом ждал с нетерпением, ведь и сам хочет в будущем зарабатывать, участвуя в боях. В детстве я смотрел, видел по телевизору бои, где выступают профессионалы. Моим кумиром был Федор Емельяненко, мне очень нравилось. Я следил за его жизнью, за его карьерой и сам хочу так же. За полтора часа тренировки кикбоксеры выучили несколько приемов от профессионала. Опробовать их в бою они смогут уже на областных соревнованиях, которые пройдут в феврале. Елена Пряхина, Денис Храмцов. Новости. Первоуральск.